Еще пару ударчиков тебе и все. Готов. Все, теперь мы официально первую волну, ребята, с вами прошли. И идет вторая волна, удар грома. Этого танка я сейчас щелкну, подожди. Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Схватку с боссом давайте поиграем, и у нас 5800 монет. Выберем титан, на титане поедем. Будем немножечко, ребятушки, копить денежки, чтобы открыть новую карту на Луне. Так, удар грома едет первый танк. Давайте мы его сейчас щелкнем. Ох ты, шапку мне снял. Ах ты гад. Видишь, мы в песках играем, в песках. Так, следующая армада. Так, ладно, первого танка мы уничтожили. Второй. Так, на, получай, подожди. Еще один удар тебе. Готов. Готов второй танк. Третий танк едет. Вот этот попасней легиончик. Угу. Сейчас будем его как-нибудь... Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Прямо в меня, смотри, стреляет. А, гаденыш, а? На, получай. Все. Откинулся. Еще один едет. Этот сам кнут. Бомбочками кидает. Ох ты, как ты близко оказался мне. Ты чё такой резкий? Алло, подожди. Ты меня не переворачивай. Меня хотел перевернуть. Так, вертолет первый полетел. Так, гонец ада. Надо как-нибудь его встретить. А, я тут перевернулся. Ладно, давайте отъедем. Найдем какой-нибудь выступ. О, вот этот замечательно будет. Хороший вот этот выступ. Так, есть один выстрел. Так, еще один раз. А ё-моё. На, получай. Третий удар. Хорошо. Мы его, ребята, уничтожили. Второй вертолетчик. Бомбардир. Он тоже опасный. Так, вниз. Он очень опасный, я скажу. Вот эти вот стреляют свои ракетки. Ракетками. На, получай. Ох, я не знаю, что ей делать. Он такой, он очень-очень злой. Очень злой такой. На, еще один удар и все. Есть, готово, готов. Хорошо, с первой волной мы справились, ребята. А нет, лазерная пасть, вот это последняя у нас на первой волне. Давайте подъедем поближе сюда. Подождем его. Так, а ну-ка, давай. Есть удар. Второй. Третий. Ох ты, нифига. Гад, а? Смотри, что творит. На, получай. Сейчас, подожди. Еще пару ударчиков тебе и все. Готов. Все, теперь мы официально первую волну, ребята, с вами прошли. И идет вторая волна. Удар грома. Этого танка я сейчас щелкну. Подожди, едь ко мне. Раз, на тебе. Два. Три. Ух ты, прям в меня стрельнул. Ах ты, гад. Так, надо здесь аккуратно. Отъехать даже можно немножечко. О, все, уничтожили его. Вот такой вот гадкий был. Следующий бомбардир. Армада. Армада. Он стреляет нехорошими такими штуками. Давай уже, стреляй. О, начал выстреливать. Ах, надо отъехать подальше. Так, сколько в тебя засадить-то надо патрончиков? Все, уничтожили. Так, этот... вот этот опасный, слушай. Вот этот опасный танк. Сейчас начнет стрелять в меня. Ё-моё. Давайте поближе подъедем. Ах, он меня переворачивает. Перевернуть меня хочешь, да, гад? Сейчас я тебя щелкну. Есть. Теперь подлечиться надо срочно. Срочно подлечиться надо. Так, кнут. Так, этого я знаю, ребята. Сейчас он будет меня переворачивать. Да, что-то лечение какое-то не особое. Все, готов. Вертолетчики пошли. О, гонец ада. Летит уже, а? Уже летит. Сейчас, подожди. Я найду хорошее место для тебя. Вот здесь вот. Вот здесь, ребята, сейчас встанем. Повыше. Раз. Так, давай. Два удара есть.
Три и еще один ударчик. Готов. Сейчас следующий вертолетчик будет бомбардир. Вот этот опасный. Опасный, опасный тип. На. Так, от этой бомбочки попробуем отъехать. Так, есть удар. Еще один. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки есть вероятность, что мы его уничтожим, ребята, но это не точно. Ух ты, мимо, 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 мимо. Ладно, давай, подъезжай сюда. Подлетай, гад. На. Да ё-моё, еще один удар небольшой. Вот, либо я его, либо он меня. Давайте попробуем его уничтожить, есть. Так, и сейчас у нас лазерная пасть будет. Угу. Вот он. Гадёныш. Из Луны приехал. Кстати, мы на Луне-то и хотим с вами карту открыть. Здесь надо как-то хитро сделать. Сейчас он подъедет, я его щелкну. Есть. Есть удар. Ух ты, нет, 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 так быстро меня уничтожил. Я думал, все-таки я успею его с вами, ребята, убить. Но не получилось. Ну, неплохо. 910 монет, ребята. Вообще рекорд. Столько я не зарабатывал. У нас 6700. А, прикинь, до 7000 совсем немножко осталось. Давайте поедем в пустыньку. Давайте выберем. А давайте баллисту выберем. Танк, баллиста. Сейчас. Вот такая вот у нас баллиста. Сейчас постреляем немножко там. Разведку сделаем, чтобы танков не было. Так, вроде нет никого. Поехали. О-о-о! Вот и танк первый. На, получай. Все. Ух ты, еще один прилетел, прикинь. Сколько вас там? Все, уничтожили. Хорошенечко вот так с вами мы их подбили. Здесь может быть вертолетчик, но это не точно. Да, вертолетчик. На, получай. Готово. Готово. Так, дальше едем. Ух ты, мой танк прям аж отскакивает. Так, на, держи эти самые бомбочки. На, еще один. Все, уничтожили. Так, что у нас там дальше? А, вот этот чувак. Ну, сейчас я его попробую щелкнуть. Ух ты, тихо. На, получай. Вот, все, мы его убили, ребята. Так, будет вертолетчик или нет лететь? А, вот, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дайте, пожалуйста, бомбочек побольше. Так, вот и этот самый летит. Вертолетчик, сейчас мы его попробуем как-нибудь щелкнуть. Так, а ну-ка, сейчас он подлетит. Есть попадание. Второе попадание, готово. Готово, ребята. 6700 у нас. Денежек. Немножко не хватает на карту. Ладно, сейчас будем вот этого уничтожать. Все, убежал. Тебе еще, может быть, немножко? Да ты что такой неубиваемый, а? Взорвись нафиг. Все, мы его взорвали. А, босс, босс, босс. О, опять босс. Ну, сколько этих боссов было? Ну ладно, босс так босс. Иди-ка сюда. На, получай. Ага, конечно, сейчас. Размечтался. Сейчас я тебе много-много дам бомбочек. Опа, готово? На, еще одну бомбочку. Вот, все, мы его с вами, ребята, уничтожили. Так, а что я этими не пользуюсь? Ракетками все забываю. Ладно, сейчас мы где-нибудь эти ракетки используем с вами. Когда будут вертолетчики. А сейчас, кстати, скоро будут вот друзья наши. Вот, поехали. Я даже не буду подъезжать близко. Я знаю, что они где-то здесь. А, нет, все больше. Я всех уничтожил, получается.
О, было, был, был лязг металла. Ага, видишь, лязг металла, значит, попадаю в танк, в танки. Так, все, готов. Кто там еще будет у нас? А, вот он, на, побольше тебе. Так, что там еще живой? На, еще тогда. Все, готов. Так, тут вроде бы никого нет. А, вот монетки вижу. На тебе, еще, на. Так, вертолетчик готов. Так, этому сейчас надо стрельнуть. Да ё-моё. На, получай. Кто там еще? Никого нету, что ли? Нифига себе. Это что-то новенькое. Вертолетчиков тоже нет, смотри. А, вот и вертолетчик, ребята. На, получай. Сейчас еще один. Вот так вот ударчик тебе. Теперь вот этим нужно посыпать побольше. Тут у нас много танков стоят. А нет, вот они идут. Я же знаю, что их много будет. Так, одного разбили. Второго. Так, вот он третий едет. На тебе. Получай. Все. Готов. О, вертолетчик вонючка. Давай ракетками вас постреляй. Ох ты, удачно я. Прям запулил ракетками. И их подуничтожил немножко. Так, ну здесь я стою в хорошем положении. Так, главное стрелять аккуратно. Надо не сильно далеко стрелять и не сильно близко, то на меня они летят. О, готов. Готов, ребята. Да ё-моё, сколько вас там, а? Танки. Очень много танков. Вертолетчик прилетел, да ну нафиг. Тебя, я ваш всех здесь убил на этой локации. Так, сколько денег мне дадут? Сейчас посмотрим, ребятушки. А денег дали 100 монет. 100 монет? Это не очень немного. 6800 у нас пока что. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать серию. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И поставь лайк, если ты досмотрел ролик до конца. А также пиши комментарии и передавай приветы. Всем пока-пока, до новых встреч!